Наступает срок оплаты имущественных налогов за период 2023 года. Налоговая инспекция напоминает, что в срок до 2 декабря 2024 года необходимо уплатить налог на имущество физических лиц, земельные и транспортные налоги, а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов, по которым он не был удержан за период 2023 года. Пользователям личного кабинета налоговые уведомления выгружены в личный кабинет. Если вы не подключены к сайтам Федеральной налоговой службы, то вам уведомления направлены по почте. Оплатить имущественные налоги можно дистанционно одним из удобных способов – с помощью электронных сервисов личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и уплата налогов и пошлин на официальном сайте ФНС России, используя мобильное приложение «Налоги FL», через личный кабинет на портале госуслуг или через мобильные приложения банков. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ФНС России на промо-странице «Налоговое уведомление 2024». 14 и 28 ноября с 9 утра до 8 вечера в налоговой инспекции будут проходить дни открытых дверей по тематике исполнения налоговых уведомлений, направленных в 2024 году. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Специально для новостей Большого округа.